Сериал «Шеф». Мужская работа, 19-20 серии. Анонс. 19-20 серии выйдут 8 февраля на телеканале НТВ в 20 часов. 19 серия «Бунт на корабле». Коплевич узнает от агента, что в город прибывает крупная партия фальшивых бриллиантов стока. Он сообщает об этом Расторгуеву. Шеф с операми сами задерживают груз и расправляются с бандитами. Калиниченко в бешенстве, так как сток находится под его покровительством. Калиниченко требует от министра убрать Расторгуева. Новожилов обещает лично разобраться с непокорным шефом. Тихомиров возвращается к Ивану, который просит его достать много оружия. 20 серия, это будет бомба. На встрече с министром Расторгуев узнает об операции, спланированной Новожиловым, и неожиданной роли в ней начальника главка. Теперь МВД приступает к финальной части операции, в которой Расторгуеву отводится важная роль. Иван до последнего держит в неведении Тихомирова относительно своих планов. И лишь когда они подъезжают к даче Новожилова, Тихомиров узнает, что планируется его похищение.